57. Если вы готовы, поднимите меня. Рыцари готовы. Время. Бой! Традиционно для всех турниров приветствие стрелковым оружием. Ну и обратите внимание на то, что бойцы будут проходить в формате щит и меч. Легкие мечи, вообще вокруг средневековых мечей огромное количество мифов. И обратите внимание, насколько легкое и подвижное оружие в руках наших бойцов. Вес меча варьируется вокруг цифры в 1200 грамм. Это действительно легкое оружие, его поражающий эффект достигается за счет заточки. В нашем случае мечи не заточены, представляя собой массогабаритную копию средневекового меча. Между бойцов мечи классического средневековья, распространявшийся по Западной Европе и за ее пределами где-то с 10-го, конца 10-го, наверное, по